На календаре 12 июня. 12 июня 1864 года в Самаре приступил к работе Временный губернский комитет по созданию земских органов. Самарская губерния была избрана первой площадкой для проведения земского эксперимента не случайно. В те годы наш край обладал большой экономической мощью. В состав нового комитета вошли видные общественные деятели, в том числе и тогдашний губернатор Николай Мансуров. 12 июня 1892 года правительствующий сенат издал указ об освобождении Петра Алабина от обязанностей председателя губернской земской управы за преступление по должности. Поводом послужила ситуация с неурожаем 1891 года. Правительство выделило деньги на борьбу с его последствиями, однако их оказалось недостаточно. В этой ситуации Алабин вынужден был закупить зерно низкого качества, в результате чего в губернии были зафиксированы случаи отравления и даже несколько летальных исходов. В итоге дело дошло до суда, где Петр Владимирович был полностью оправдан. 12 июня в нашей стране отмечается важный государственный праздник – День России. А еще сегодня Всемирный день борьбы с детским трудом. Поздравление с днем рождения сегодня принимает депутат Самарской губернской думы Виталий Викторович Коротких. В народном календаре сегодня змеиный праздник. В ту пору было принято сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. Этими и другими интересными событиями и фактами был ознаменован в истории 12-й день июня. Всего вам самого наилучшего!